сказать, во, бля, заебись нахуй. Джинсари купил, ёпта, помните, опрос делал? Вот так вот нахуй, не зря делал. Коллинз в итоге купил, Коллинз, блядь. Но, к сожалению, не те, что хотел. Я в итоге, короче, нашел, что хотел. Но размером его вообще, в принципе, не оказалось. 31 на 34, они слишком длинные, нахуй. Вот, я так понял, те джинсы, которые мне нравятся, на них мода, походу, прошла. И они сейчас поэтому не продаются, короче. В массе своей. Те были фактически на распродаже. То есть, их достаточно давно уже завезли. Там, не знаю, год назад или полтора. А сейчас такие вообще не модные, поэтому их и нету нигде. Это мода было, короче. О. Ну, в итоге пришлось... Я, короче, все обошел, блядь. Обошел на рынок, ходил. 4 торговых центра обошел. Европейский, блядь, весь обошел. То есть, вообще везде был Levi's, смотрел. Levi's мне в итоге не понравились. Я, блядь, 3 раза, нахуй, заходил в их магазины. Смотрел, смотрел, блядь, ну ни о чем нахуй. Ну вот, в итоге в Коллинз зашел. Ну, я так же заходил несколько раз тоже. Нашел вот тут одни джинсари, ничего так. Заебись, ёпта. 3,5 косаря, недорогие, в общем-то. Ну, там, кстати, особо дорогих-то и нету. Вот, хотя я вообще видел джинсы, я смотрел джинсы, даже за 10 косарей видел. За 8 косарей, за 10 видел, ни о чем, блядь. Даже дело не в том, что, ну, я за такую сумму и не купил бы, но даже не в этом дело. Даже если были такие деньги, то есть реально ни о чем, просто отвечаю. Вот, ну, эти, не сказать, чтобы они мне супер понравились, просто уже... Нахуй надо было покупать, и надо было что-то, блядь, брать. Уже, как бы, ну, блядь, надо же джинсы, если ты хочешь купить, надо что-то уже покупать. Потому что, я говорю, дохуя чего обошел, и те, что мне понравились, я нашел охуенные джинсы, реально. Но, блядь, они большие. И они потому и остались, что большие, так бы их раскупили уже 50 лет назад, нахуй. Ну, короче... Ну эти ничего так пойдут, ёпта. Коллинз, ёпта. Жаль, вот эту херню, ее не будет видно за ремнем. Можно, правда, без ремня ходить. Но вот это мне не понравилось, вот эта херня. На всех коллинзовских джинсах, короче. Это у них такой стильный леща такой, хуй знает. Потому что я посмотрел, вообще, по-моему, на всех именно вот это вот есть, вот эта херотень. Ну, ёпта, ничего особенного. Джинсы, блядь, как джинсы, нахуй. Ну, я говорю, что вот такие, в общем, достаточно обычные, как бы. Ну, других там и нету, блядь. Я говорю, я в Коллинзе том же, я миллион осмотрел, ну, я все просто смотрел, я в несколько Коллинзов заходил, как бы. Вот, как бы, нету, ёпта. О, пуговица, заебись, ёпта. Ничего так, ёпта, пойдет нахуй. Для сельской местности, блядь, пойдет, ёпта. Слышь, пацанчик, десяточки не найдется, я тут джинсы купил на нулях, ёпта. Пока.